Упражнение подъем ног в упоре на локтях в тренажере. Исходное положение: ноги слегка согнуты перед собой. Выполняем подъем ног за счет скручивания в тазобедренном суставе. При подъеме выдох, выдох, отпускаем в исходное положение, не допуская нулевой нагрузки и не допуская расслабления мышц пресса. Подтягиваем согнутые ноги как можно ближе к груди.